С вами на связи Елена Борщева, и я бы хотела рассказать о своем самом первом впечатлении о кино, о своем первом походе в кинотеатр. Мама повела меня на мультфильм «Буратино», мне было 3 года, и я помню это незабываемое ощущение, это счастье, это веселье. Я скакала на кресло, смеялась, хлопала в ладоши. Но самый большой сюрприз ожидал мою маму после окончания мультфильма. Дело в том, что я ни в какую не хотела уходить из кинотеатра. Я ползала между креслами, убегала от нее, и мама там спустя, наверное, 15-20 минут только с криками вывела меня из кинотеатра. С тех пор я люблю кино, я люблю ходить в кинотеатры. Давайте вернемся в кино вместе.